Видите, там и королева Бум, и вулкан. И посмотрите, вот это приперлись. Это просто, ребят. Всем привет, друзья, вы на канале Экспировид, меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в Фраг Про Шутер. Сегодня, друзья, я хочу поиграть вместе с Изуни и АО в таком режиме, как груз. Я так еще не экспериментировал, хочу посмотреть, как они дуэтом выглядят именно в том режиме. Поэтому, ребят, с вас обязательно лайк, обязательно подписываемся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, лепим свой клевый комментарий, я отправляюсь в бой. И да, ребят, на днях я планирую уже приступить к съемкам видео, как колода от подписчиков, поэтому если вдруг еще до сих пор под тем видео никто, ну кто-то не написал свою колоду, то прямо сейчас переходите и пишите именно там, потому что именно под тем комментариями, которые под тем видео сделаны, именно там я буду выбирать колоды. Попал? Да, попал, хорошо. Ух ты, Изуняшка, привет! Так, давайте сюда, наверное, направлю. Блин, ну сейчас лучше здесь, конечно, поуничтожать. Надо дать немножко нам фору. Так, фора есть. Так, давай, выбегай, иди ко мне. Ух ты, ёп. Хорошо. Так, ну меня убили. В принципе, я сейчас за АО могу переключиться. АО живой? Да, живой. О, я думал, баг будет. Умри. Вообще, на самом деле, мне кажется, я не совсем лучшую колоду подобрал для данного режима. Для того, чтобы взять АО и Изуню в одну колоду. Потому что, ну, я думал сперва взять, возможно, Лили вместо электродевочки. Но потом все-таки взял электродевочку. Мне почему-то кажется, что она, ну, будет получше, что ли. Да кто-то меня гасит, ребят. Ладно, мы сейчас тоже не дадим заднюю. Кто там бьет нас? И, друзья, обязательно напишите мне, вы, в принципе, такую сборочку, в которой состоят и Изуния, и АО, ну, типа, в одной. Или вы их как-то по отдельности используете. Но чаще всего я вижу, что используют Изунию. Вот Изунию, да. Что касательно АО, его не часто, конечно, увидишь на самом деле. О, оба промазали. Ой, я попал. Ну, с кем ты тягаешься? Ну, с кем? Ого. Подожди, дай, сейчас я синергии наберу. Ну, где ты? Да что ты будешь делать? Ты думаешь, это тебя спасет, ну, парень. Ух ты. О, я перезарядка, в смысле? Попал. Не, ему меня уже, наверное, не догнать. Что бы он ни делал. Не, ну все равно чувак молодец. У него прокачка не сильная, поэтому, в принципе, он неплохо играет. Держится как может. Есть контакт. Надо было синергию подобрать. Ну да ладно. Так, ребят, ну для того, чтобы понять, в принципе, насколько эффективно Изуния и АО в одной сборочке в режиме груз, надо, чтобы попался серьезный противник, но пока есть что-то как-то вообще, ну, не знаю, может, я в такой день зашел, что никто не играет. Ну, типа, из топовых ребят. Ну, потому что попадаются ребята не совсем прокачанные. И мне их, ну, блин, в принципе, несложно их убивать. Ой, да ладно. Я аж промахнулся от удивлений. Эй, беги. Я что, застрял? Так, синергия. Ух ты, меня там еще даже бьют.
Вот так, ребят, просто взяли и охотника заткнули. Так, это, я так понимаю, там уже кто-то ожил, да? Ой-ой-ой, какой опасный. Рано. Так, но охотника все равно снес. Так, по ком ты палишь? Вижу. Давай сюда. Да сюда давай. На опережение. Ладно, я понял. Блин, как я... Блин, вечно... Вот вечно. Вот постоянно сам себя подлавливаю на такую хрень с этой перезарядкой. Блин, мне даже по факту базу уничтожать не надо. Да что ты будешь делать? Серьезно? Мы могли просто все обговорить. Без рукоприкладства. Не, ну это не то, о чем я хотел. Зачем он сюда взял забияку? То ли ему лень просто было колоду менять после обычного режима или стритфраг. Но, ребят, на режим груз надо менять колоду. Забияка здесь не нужен. Он не спасет здесь. Здесь на скорость, а не... на количество очков. Так, давайте сделаем немного траншею. На, копай огород. Как говорится, сапай картошку. Да попади в него. Так, я надеюсь, следующий противник будет, ну, более-менее мощный. Все, вроде бы прокачанный чувак. Правда, у него Дункан какой-то слабенький. Но, в принципе, пойдет. Я думаю, сейчас... Ну, должно быть замес, ну, должен быть интересный замес. Потому что прокачка нормальная. Герои вроде хорошие, неплохие. Правда, быстро погибают. Но герои неплохие. Ух ты. Так, давайте это кролика, наверное, немножко вспахаем. Где она есть? А ну, покажи свои ушки. Не стыдись. Все хорошо. Большие уши, это еще ни о чем не говорит. Стыдиться тут нечего. Блин, ладно. Молодец. Мне показалось, или я только что сам свою базу подбомбил? Что это было? Блин, ну здесь же сейчас кто-то как оживет. Так, где ты есть? Блин, да что я не туда стреляю? Так, я вижу, АО туда побежал. О, давайте на опережение. Есть, ребят, прикиньте, задел. Блин, вы что-то базу не добили? Ладно, мы добьем. Ты куда? Ты ко мне в гости, да? О-о-о, я понял. Так, что стоим, кого ждем? Блин, господи, как долго надо... Слышите, но очень много стрелять пришлось. Ну, согласитесь, это много. Да ладно, не задел. Убил. Так, ну я, наверное, здесь подожду немного, да? Наугад чисто кину.
Да ну тут, в принципе, и воевать особо уже нечего. Короче, они под конец решили меня немного подавить, но не получится. Какая-то не совсем стандартная сборка у человека, который сейчас против меня играет. Ну, не знаю. Сейчас, ребята, сами увидите, там и королева Бум, и вулкан. И посмотрите. Вот это приперлись. Это просто, ребят, топ. Ну, это лайк. Ребят, с вас обязательно лайк. Ну, это реально заслуживает лайка, согласитесь. Я сейчас просто здесь их подожду и как херакну. Давайте, ребят, посадим вместе картошку. Давайте. Осень наступила. Где ты? Я вижу. Вижу. Ау. Блин, долбанная вот эта ихний щит. Просто всю малину подосрал. Да что ты говоришь? Это ты сейчас серьезно? Да? Не шутишь? Точно не шутишь? А то мне кажется, что ты еще шутник еще тот. Стендап только что раздал прям вообще на изи. Мне прям смешно стало. Не, серьезно? Я ведь не шучу. Я что, похож на шутника? Разбомбим. Есть. Так, а где у нас кто? На опережение. Да что ты будешь делать? Слушайте, ну, прокачка у типа неплохая, но сборка просто ужасная, вот честно, ну просто ужасная. Подожди, там кто-то жив? Ой-ой-ой, привет. Это он за мной охотился, прикиньте, даже не поленился за мной побегать. Ой, кому-то в лобешник прилетело. О, теперь прилетело. Слушайте, мне такое ощущение, как будто с теми ребятами, у которых была меньшая прокачка, мне было как-то тяжелее играть, чем с этим. Ну серьезно, 13 уровень, ну что ты творишь? А все, а знаете почему? Неправильная подборка. То есть, неважно еще какие герои, ну то есть, значит, неважно. То есть, неважно какая прокачка, ну нужен подбор правильных героев. Вот королеву Бум я бы сюда вообще не брал бы. Зачем она здесь? Блин, что меня здесь толкает? Зачем он сюда лайку взял? Он же медленный. Блин, ну в принципе, знаете, тандем неплохой, но я бы, наверное, все-таки не использовал бы Изуню и АО здесь в одном ключе. Может быть, Изуню и брал бы, но АО, наверное, все-таки сюда не брал бы. И опять я вижу вулкана, опять я вижу странных героев. Ладно, давай, на что ты способен. И где кто? Чё, никто не пришел? Так, а чё Изуни тут стоит? Типа, думает, стало по центру, и все, история закончена. Тут вон бегает акула. Базу атаковать надо. Это кто меня там бомбил? Ты чё? Кстати, я уже забыл, что я... Реально, ребят, я забыл за то, что я раньше часто брал Жеждарья в основную колоду. Ля, у меня нет, короче, чем переключиться. Вот этот баг, ребят, за последнее время меня очень сильно бесит, когда реально, ну, типа, нет патронов. Я забыл о том, что Дарья, я давно его уже не брал в колоду, потому что записываю видео чаще всего, чем играю сейчас. Надо будет его вернуть, особенно в этот режим. Потому что Дарья сюда идеально подходит. Так, ну Дарья я добил, теперь акулу эту добить бы. В смысле, я птичку ж брал. Никто не ожил, нет? Короче, сюда давай. Орай землю.
Так, короче, здесь больше всего надо бояться типа джеба. Ох, ох. А что он так подлагивать начал, я не понял. Блин, что за дела, что за лаги? Так, он, короче, скорости добавляет, надо сейчас туда идти, без всяких, тупо атаковать и все. Ух ты, ёп. Привет, привет, привет. Уничтожил. Не, чувак, ну, если ты поверил в себя, то это зря. А может и не зря. На нахер. Так, я вижу, там кто-то есть, я хочу туда выстрелить. Умри. Да нет, тут мы свое взяли. Короче, не знаю, ребят, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу данной сборочки, точнее, Изуни и АО в таком режиме, как груз. Ну, лично, ну как, чисто для разнообразия поиграть можно, но мне больше Изуни здесь понравилось, нежели АО, нежели их тандем. Да я не сильно думал за эту синергию, в принципе, да, я и собирал, но я на нее особо даже не обращаю внимания, ну, если честно. То есть, я зациклен много на другом, на базе, на том, чтобы уничтожить персонажей и тому подобное. Поэтому, ребят, обязательно подписываемся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, лепим свой клевый комментарий. Комментарий по поводу Изуни и АО в режиме груз. И, конечно же, не забываем лайкать это видео, потому что следующее видео будет уже про стритфраг. Да, наверное, запишу. А дальше уже будет, возможно, колода подписчиков. Не забываем, ребят, только под тем видео я буду выбирать, какие колоды. Вы были на канале Эксперовид. И пока-пока.